10-тысячный ребенок в Ярославском перинатальном центре. Юбилейное пополнение. Вечером в четверг здесь появился на свет малыш с порядковым номером в единицу и 4-0. 10-тысячной стала девочка. Малышка родилась здоровой. Ее мама Екатерина Курочкина отдыхает после родов. У 25-летней жительницы Рыбинска первый ребенок. Имя малышки пока не придумали, однако есть предположение, что оно будет символичным. Возможно, девочку назовут Ярославой. Сейчас в перинатальном центре находятся 5 десятков новорожденных. Только в четверг здесь на свет появились еще 7 малышей. Медики считают, что за 2,5 года работы центра это неплохой детский урожай. 10-тысячный ребенок – знаковое событие и для перинатального центра, и для нашего региона в целом. Ближайшие планы заключаются в том, чтобы максимально в ранние сроки мы смогли выявлять патологию, которая есть у новорожденного, и решать все вопросы задолго до того, когда он станет жизнеспособным. Нам есть действительно чем гордиться. У нас родилось достаточно много детей, в том числе 274 ребеночка родились из двоен. У нас было 5 троен. Но я так думаю, что это не последнее, мы на этом не остановимся.